Так, вот этот маленький комодик. Еще наряду у меня еще два комодика. И там у меня все пробнички мира. Это все коробки с пробниками. Кое-что даже еще косметички, там в них пробники. Все вот эти вот коробки, да, это духи практически, но они были в наборах. Я очень люблю такие коробки, они очень удобные что-нибудь складывать. Так, ну и растут. Такая пошла идея. Я покажу. Вот здесь у меня косметика и всякие гаджеты для лица. Вы это все видели, но был не очень важный клип, потому что он почему-то горизонтально не снимал. Здесь у меня находятся разные тени. А здесь тоже находятся тени, наборы теней. И вот пояс с бабочкой затесался. И кое-что из кремов для тела. Так, здесь у меня находятся разные диски. Одна часть. Какие-то фотоальбомы. А здесь тоже находятся всякие разные вещицы. Например, вон там зеркальце и атомайзер, куда можно отливать духи. Вот, смотрите, выпал снег. Вчера был снегопад, но было так холодно, что я даже не успела снять. Такие хлопья валили. Вон там, видите, каток. Люди катаются на коньках вдалеке. Вон они. Холод собачий. Зима все-таки пришла. Захожу домой. Такое блюдо я делаю из овощей и свинины. Здесь все варится рис. Я это все сделала, могу смешать, а могу положить отдельно. Добавила укроп, в общем, еда почти готова.